Единственное казахстанско-белорусское предприятие по производству карьерных самосвалов получит новое развитие. На Каргандинском заводе «Казбелас» открылась площадка по выпуску комплектующих деталей для тяжелой техники, что позволит увеличить производственную мощность и расширить модельный ряд совместного предприятия. Об этом стало известно в ходе выездного заседания 13-й межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны обсудили совместную работу в сферах торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, науки и технологий. Например, рассматривается возможность участия казахстанских компаний в торгах Белорусской универсальной товарной биржи для экспортных поставок в Беларусь маслосемян и фуражного зерна. Очень хорошая динамика товарооборота в этом году отмечается. Значит, и рост практически более чем на 70%. И сохранение этой динамики, я считаю, является одной из первостепенных задач, которые стоят перед межправительственной комиссией. Потенциал двустороннего сотрудничества далеко не исчерпан и имеет огромные возможности для его развития. Подписан ряд соглашений, в том числе межправительственное соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Это абсолютно новая повестка наших двусторонних отношений. И мы возлагаем большие надежды на углубление сотрудничества между нашими странами в этой области с выходом на совместный выпуск наукоемкой продукции.